Уходи! Уходи, блядь! Уходи, блядь! Поезжай, блядь! Куда? Ты помаш, блядь, отсюда сюда!
этот пресс международный отдел. Свет, подожди. США этот пресс сейчас. Всех отталкивают. Вот что-нибудь здесь. Ну да, здесь. Давайте, конечно. А, у меня здесь. Ребят! А, ну давайте есть сюда, вот наша камера нашлась. Сейчас, сейчас я подойду. Смотри, я где-то уже 40. От Вегаса в Где она там? Толи в Ката. А, вы на месте. Звоните ей. Мужики, ну пару сторон. Да, вы сейчас даже видите в зале. У вас прожектор не горит? А видите, горящий прожектор? Да, смотрите. Вот, все, колоссально. Продукты 24. Все, погнали. Нельзя, давайте откроем. Дальше, генерал-майор, надо отойти. Дальше. Безопасная зона, сказали, как можно дальше. Куда, скажите, куда? Идем туда. Буквально одна минута. Нет, и мы пойдем дальше. Нет, сказали, нет. Пошли дальше. Что, чуть дальше, тем лучше нам. Что, блин? До химок идти? Да, а где вы? Да все уже, вот никак. Все? Давай. Так, товарищи, давайте сделаем два шага назад. Мы в конце. Мы в конце.
Лист назад, на всех комитетах готовы. Я готов. Коллеги, да. Ребят, давайте чуть-чуть назад. Ребят, давайте я начну. Я скажу очень коротко. Если кто-то не успел, не спешите. Я еще раз повторю все то же самое. Значит, по факту происшествия сегодня с главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это террористический акт. На место происшествия уже приехала и начала свою работу следственно-оперативная группа главного следственного управления Следственного комитета России. Также на месте происшествия в настоящее время работает председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин Александр Иванович. Он координирует работу следственно-оперативной группы, а также оперативных служб, которые обеспечивают деятельность следственной группы. В настоящее время еще продолжаются оперативные спасательные мероприятия. Наряду с ними также начато производство первоначальных следственных действий. Назначены и уже проводятся экспертные исследования. Пока это вся информация. Спасибо. Скажите, а задержат что-то? Все успели записать? Нет. Давайте еще. Давайте еще раз. Да, еще раз. Кто не успел? Представить вас. Петренко Светлана, официальный представитель Следственного комитета. Спасибо. Пока не даем информацию. Все уточняется. Так, Костя. Алло, связь очень плохая. Пиши. Алло, связь очень плохая. Пиши. Очень плохая связь. Лучше пиши. Очень плохая связь. Пиши. Алло. Я напротив Крокус Экспо, вот прямо напротив стою. Напротив Крокус Экспо стою обочины МКАДа. Я в жилетке.
слышишь? Давай. Опять куда-то идем, господи. Я все время ходил. Я пытаюсь с этого начать хотя бы, потому что... Давайте, согласен, у нас прямой. Идите быстрее, пожалуйста. Прямой, ребята. 10 минут.
3-4, проверяем звук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здравствуйте. Нормально слышите, вы меня видите?
пожарным удалось остановить распространение огня. Это не значит, что пламя полностью потушено прямо сейчас. Его здание продолжают тушить при помощи, в том числе, вертолетов. Как минимум, 3 вертолета мы сейчас видим над головой. Они периодически забирают воду из Москва-реки и сбрасывают воду на очаг пламени. Усиливается группировка пожарных. Слева от меня? Более 320 человек. Раздадим друг другу, и это, там уже я побегу куда-нибудь, или ты побежишь. Как говорится, локданом есть 2 детей, 8 и 11 лет. А здесь сейчас развернут... Сейчас я спрошу, я же... Они координируют... Сейчас спрошу, я же на лайфе стою, лайф кто-то забирает, я сейчас, наверное, вызывать не особо не могу. Всю необходимую помощь всем пострадавшим, он назвал произошедшие ужасные трагедии, и... Сейчас усиленные меры безопасности. Хорошо, то есть ты на МКАДе, да? То есть ты не перелазил через это. Вот на самом прямо МКАДе. Хорошо, давай тогда ты поднимайся на лайв и свести мне. Пиши в общий чат, что ты в эфире. Отдавай картинку, тогда я смогу упасть и к тебе подойти. О! Все, давай, поднимайся. Ждем.
Простите, пожалуйста, молодой шеф.
получается. Thank you.
проверить 50-60 Das bir krina var kesap 30 zanyeri miner makradanlık Dur minik bilek kişi giriş karan Bu brindari atiye kesti zemkirin Hep hep agayi şehir Hep 70 vaktinci aliye polisi yancımızı hep veriye var Gelin de Moskova'yı Vergiftin akvini atiye rakamın kesin Kırkaz, kesin kodaş Bu kazın tıkarın Bün gibin Kavazi ve de başkanı atiye gibi Ve var ki kesin Hiç Kısiyat edici
Вкладываешь? Да. Нет, салон. Вот так вот. Работает. Нету? Нет. Вы же в машине, такси.
завода 160 тонн испорченной воды. И вот сейчас он выходит на второй процесс пожаротушения. Продолжается с той же учебной комиссии. Видно, что продолжает убивать дробь с лестниц высокой. Интересно у меня, блядь, какой-то сука.
Thank you.
давным-давно. Так что, да, да. Что там случилось-то? Почему так страшно? Вроде бы стоять здесь сухо и тепло, а я приеду.
Продолжение следует...